Здравствуйте, с вами магазин База Автозвука. Сегодня мы рассмотрим силиконовую смазку компании Runway. Поставляется данная смазка в флаконе 400 мл. Идет она с распылителем. Также идет приклеена маленькая трубочка для того, чтобы можно было средство использовать в труднодоступных местах. Страна-производитель США. Для чего вообще применяется силиконовая смазка? В первую очередь для обработки резиновых уплотнителей дверей, багажника или капота. Также можно замки обработать. Каким образом это достигается, его эффективность действия? Смазка образует на поверхности сплошной полимерный слой молекул, придающий водоотталкивающиеся свойства деталям любого механического типа. Также обеспечит качественную смазку и долговременную надежную защиту от коррозии. Какие меры предосторожности? В первую очередь это хранить от детей. Далее, если попадает смазка на кожу или в глаза, обязательно промыть теплой водой. И самое главное, не допускать попадания жидкости внутрь организма.